Перед вами пульсирующая Ксения или удивительный коралл Пом-Пом. Каждый стебель коралла заканчивается кольцом из 8 пульсирующих щупалец. Зачем коралл пульсирует, до сих пор не совсем понятно. Предполагается, что такими движениями Ксения собирает на свои щупальца вкусный микропланктон. Она дышит ими и избавляется от отходов. Этот интересный коралл очень популярен среди аквариумистов. Но немногие из них знают, что Ксения представляет смертельную опасность для человека. Коралл Пом-Пом ни в коем случае нельзя вытаскивать из воды. Попадая на воздух, коралл начинает выделять токсичные газы, вызывающие симптомы гриппа у людей и домашних животных. При вдыхании эти пары могут быть смертельно опасны. Чтобы избежать отравления, достаточно просто держать коралл погруженным в воду.